подожди. Кто пошел? Пошел Шизи? Хорошо ударил. Ну, это видел на тебя? Ну, высоко пошел. Еще сколько? Почти 8 минут. Ля, повезло. Да они уже несколько раз так били, вратаря попадает все время. Вот так. Ой-ой. Вообще-то это похоже на красную карточку. Удар в голову. Ты хоть там 30 раз через себя перебрасывай, но это удар в голову. Два момента было. Девятка головой оставался с вратарем один. Еще Андрюх. Ну вообще-то это удар в голову, ничего там не скажешь, Йоксим. Ты хоть прыгай, хоть не прыгай, Йоксим. И ничего, да, нормально. Просто штрафной, даже желтый не показал. Обалденно, блин. Вообще можно было и пас бы сделать, блин. Там вратарь больше на мяч дергался. Забить не можно.
Знаешь, сколько осталось? 6 минут. Пипец, блядь. Ну это уже он придумал, блядь. Вот там вот, когда в голову удар был, это, конечно, вот да, блядь. Знаете? Штрафной вот такой близкий. Время есть, но, конечно, всю игру на ноль, а тут два мяча, блин, ну, как-то... Да. Обидно, да. Попробуйте ударить в левую девятку. Ну, можно, да. Куда-то ты... Вообще, да. Воробьян, блядь. 3 минуты, 3. Запомни еще как. Да есть только один, я тебе говорю. Да, защитник помог. Вратарь уже это. Ну и грамотный ход, время потянуть. Там, в принципе, там ничего и не было, Юкс. Ну куда ее? Я...
Во как. Ну, походу, да. Ну, да. Во, надо забивать. Ну, ладно, хоть гол престижа. 34 секунды осталось. Надо, надо делать гол. Ой, блин, а. Какой удар, такой трейлер кашет какой-то. Да я видел. Да куда они так первые забили нам? То он мимо пробегал, в него попал мяч и гол, блин. Все. Еще один тайм. Три-один.